Во время великого расширения ада существовали тысячи разных великолепных феноменов. Некая красота во взрыве звезд. Ловкие танцы космической пыли сквозь небулу. Но раз в тысячу лет наш уголок мира радует великолепное событие. Из жутких глубин темного космоса слезы могучего колосса начинают падать. Слезы мечты и надежды каждого живого существа. Сжатые вместе, они летят по ночному небу, чтобы потухнуть навсегда. То, что смертным кажется метеоритным дождем, мы видим наяву, как плач мыслей. Папа, мы не могли бы посмотреть на это как-нибудь? Да, дорогая, я обещаю. Когда придет время, ничто не помешает мне быть там с тобой. Спокойной ночи, моя совушка. Доброй ночи. Пап? Пап? Да, я знаю. Скоро все придет. Они ничего не сломают. Что происходит? Скорее всего, твоя мать не может существовать и двух минут без своего барахла. Что? Что? Нет, я не оборачиваю ее против тебя. Да, Стелла? Пап, это ведь закончится к вечеру. Правда? Что? Ау, я сильно в этом сомневаюсь. Зная твою мать, это займется выходные. Похуй на вещи, кидайте как есть, главное впихнуть все в машину. Но этой ночью мы должны были... Дорогая, давай перенесем этот разговор. Твоя мать ведет себя как сука. Ты что, дебил, блять, ты что, ебанутый? Откуда мне знать, что ты понимаешь буквы? Я никогда не видел, чтобы ты читала. Я не успокоюсь, я разрушу все, что у тебя есть. Луна, золотая, подожди, блядь! Луни, давай обсудим это. Ау! То есть, хороший бросок, да! Я тобой горжусь! Что за сыр-бор, милый? Ау, Блиц наконец-то поговорил с ней по поводу ее отношения к клиентам. Я просто думал, что пара советов поможет тебе стать более дружелюбной. Я достаточно дружелюбна! И если я так ужасна, то что насчет того, чтобы уже заменить меня? Ну, может я так и сделаю. Что? Наверное, я так и сделаю, малышка. Да, вот так, время тяжелых решений. Теперь иди к столу! Сэр, по моему мнению, вы делаете все правильно. Если мы даже не можем нанять дружелюбного квалифицированного секретаря, то как люди будут доверять нам убийству их целей? Возьми меня посмотреть звезды. Сэр? Че за хуйня? Луна! А, да, у нас посетитель. Где это я? А это моя территория, сука! Взяла свой шматьё, съебала отсюда нахуй! Что я скажу Столосу? Мне кажется, вы ему нравитесь. Наверное, он поймет. Окей, мой член хорош, да. Но он не так хорош, Мокси. Сэр, по-моему, у нас нет выбора.
И что ты хочешь, чтобы я ему позвонил и сказал: «Эй, Столас, а твоя дочь приходила и телепортировалась хуй знает куда, блядь, и мы не знаем, где она. Окей, окей, да, хорошо, пока». А, в общем-то, прокатило. Эй, а можете помочь? Я... Как мне добраться? Извините, мне просто нужно узнать, где смотреть на звезды. Как это случилось? Неужели вы позволяете каждому ходить в ваш офис и брать драгоценную книгу? Почему она сделала это? Как мне найти, куда она ушла? Что ж, пахнет саньем и отчаянием. Это... Лос-Анджелес. Что? Окей, Лун, давай сделаем это быстро. Туда-обратно, и никто нас не заметит. А, да тут прям как в аду. Окей, давайте за работу. Луни, след. Да что я вообще могу учуять в этом городе? Можешь ли ты сделать хоть что-то нормально? Да. А ты можешь сделать что-то, чтобы быть не таким жирным? Я не... Знаешь, каждодневное плетание салата тебя не убьет, Макс. Что? Да, ну я не жирный. Окей, давайте для начала сделаем это все по-старому. Но нам нужна маскировка. Ну, в принципе, они похожи на обычную парочку, а? К сожалению, нет. Я боюсь, без моего гримуара моя сила немножко ограничена в этом мире. А, вот ты что, блядь, не можешь запомнить свои заклинания? А, у тебя хорошая память. Какой у него номер телефона? Пошел нахуй. А, в точку. Эй, пацан, как ты что-то во что заценить эту демку? Этот трек просто огонь, премиум класса. И очень подойдет для слияния своими леди. О, вау, ты это сделал. Спасибо. Хей-хей-хей, ты куда? Ты решил его просто взять и уйти? Он сказал спасибо. Гони двадцатку, чувак. Милли, у нас нет денег, чтобы заплатить этому талантливому артисту. Ты можешь просто вернуть назад, Мокс? Милли, этот человек вложил душу и сердце в эту работу. Я не могу ее отдать, как будто она просто ничего не стоит. Но оно так и есть. Шумовой костюм демона, чувак! Вот это по-рогерски! У меня есть... Ой, стой! А! Ой, иди сюда. У меня есть идея! По вашей леве вы можете увидеть дом одного из влиятельных людей. Они думают, что они настолько охуенны, что могут позволить себе собственную жизнь. Ну? Смотрите все! Это же голливудская звезда Брэндон Роджерс! Это еще что за мудила? О боже... А, блядь, снимите от меня, ёбаные куски дерьма! Ёб твою мать, что это такое? Мири, где ты, твой шлюший муж? You're my lovely little monster, and I'll never say goodbye. I will kill for you until the day we die. Ну, вот и все, мой дружок Трубадур. Да все равно уже, вали нахуй отсюда, ты портишь мой бизнес. Давай, детка, нам нужно догнать Блица, прежде чем... Эй, малыш, как тебе рисунок? О, вау! Ебите нахуй от меня, ебучие твари! Мистер Рейджерс, мы вас искали везде. Вы должны быть на площадке еще час назад. Чё за хуйню ты несёшь? Ваше участие в программе местной. Съемки вечером, поэтому давайте в машину. О, не-не-не-не-не-не-не. Я не пойду с тобой никуда, пирожок с яйцами. Очень смешно, мистер Рейджерс. Теперь давайте в машину. Давай, вперед, вперед. Уберите свои ебучие культяпки от меня. Луна, Столас, помогите! Простите, сэр. Я личный агент мистера Рейджерса, и я не думаю, что вы можете себе позволить такое. А вы сильный.
Лиц, у нас нет времени на это. Вия может быть где угодно. Она может быть в опасности. Не слышу, все будет. Луни, иди найди Вию, мы догоним! Да, мы хорошая команда, детка! Она в хороших руках. Подготовьте его ему через пять. Чё? Пять чего? А я не могу быть на сцене. Меньше побеспокоился о своем иго перед подписанием контракта. Я не знаю слов, долбоёб! И поэтому бог ввёл суфлёр. А не будет никакой репетиции? Ничего не знаю, мы в эфире через 10, 9, 8, вот, 7, 6, 5. Блядь. Я не могу, только не опять. Я не выступал с... Блиц, если твое выступление на сцене настолько же хорошо, как и в постели, ты оставишь их бездыханными. Так что давай быстрее удиви их, и мы пойдем поискать Вию. Ни пуха, ни пера! О, неужели это наш сосед Ронни? Ты чувствовал это землетрясение? Скажи что-нибудь. О, да, да! Это просто моя жена упала с кровати. Да, эта сука пока падала, ёбнулась башкой и сломала себе череп. Там было море крови, и она обосрала все штаны. Оги, ты опять это сделал! Это уже пятый диван за этот год! Ну, может, самое время для тебя найти новый дом! Тот, который тебе больше подходит! Я могу взять его, мистер Ронни! Я с радостью одарю старого Оги тем любовью и вниманием, которое ему нужно! Да... Да, может... Может, ты права? О, они такие милашки и грустные. Может, вам подойдет вот этот отличный экземпляр прямо для работы? Не-не, я не ищу живые трупы. Мне нужно что-то семейное. Подарок для жены, да? Без проблем, у нас отличный выбор, гончих. А кто это? Она, это Луна. Что за кошмар? Проблемы с общением. Она уйдет через месяц, когда ей исполнится 18. Бедняжка, у нее нет ни близких, ни друзей. Нет, нет, ты не можешь ее взять! Она моя, и я ее не отдам! Но, мистер Ронни, вы должны отдать мне щенка! Вы просто обязаны! Даже не трогай ее, ты маленькая любительница анала! Да, вы думаете, это смешно, долбоебы? Она никогда не станет матерью, потому что она принимала кокс в соседней комнате!
Нет, Ронни, мне кажется, ты просто должен... Вы не возьмете ее! Ебучие твари! Я вас всех похороню здесь! На! Сука! Снимите! Я иду, блиц! Простите, позвольте... Пора найти наших дочерей. Эй! Эй, как ты нашла меня? Твой Инстаграм. К слову, классные фотки. А, спасибо. Ты в порядке? Не могу поверить, что я была так глупа. Я весь день искала место, только чтобы посмотреть на тупой метеоритный дождь. И все, что я получаю... Вот это! Да, чертов туман. Знаешь... Твой отец сильно беспокоится о тебе. Верно. Вот почему ты здесь вместо него. Потому что его не волновало сдержать слово, а теперь, чтобы прийти и забрать меня отсюда самому. Он лучше бы кричал на мою маму. Почему он ненавидит ее больше, чем любит меня? Иногда... Иногда все не так просто, как может казаться. У всех есть недостатки, особенно у отцов. Иногда они проебываются, ладно, почти что всегда. Но это не значит, что их не ебет. Если он волнуется, то где он? Он где-то там внизу. Он здесь? Ищет тебя. Я имею в виду, не будь к нему так строга. У него не всегда получается, но он старается. И это намного важнее, чем тебе кажется. Готова идти? Так, если бы мы могли только найти здесь... Луна! А, Луна, моя маленькая девочка, я никогда тебя не заменю! Прости! А! Чудно! Так... Мне так жаль. Я так рад, что ты в порядке. Но зачем ты сделала что-то подобное? Ты знаешь, что я не учил тебя подобным заклинаниям. Я просто хотела посмотреть на звезды, как ты обещал. Звезды? Как плач мысли. Нет, о боже, Вия. Я знаю, пап, все нормально. Ты ведь сейчас со мной. Это что за хуйня? Моя актерская карьера. Посмотри, вон это. Ты видел его? Эй, а где Билли Мокси? Почему искусство такое тяжелое? Мистер,